В ефірі слов'янська християнська радіопередача «Сіяч». Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Спросит Бог тебя, спросит Бог тебя за твои поля, за твои поля, как трудился ты на них. Нес ли свет Христа, свет Христа, и замкнул уста, жил лишь только для себя. Пойдем расскажем о любви Божией людям. Кто откроет нам будущее? Только всемогущий Бог знает, что ждет нас впереди. Есть книга, которая хранит в себе информацию, посланную с неба. Это Апокалипсис, что означает раскрытие тайны. Последняя книга Библии и самая захватывающая. Главная ее тема – это второе пришествие Иисуса Христа на землю. Большая часть Апокалипсиса повествует о финале земной истории человечества. Поэтому в современном сознании это слово, как правило, ассоциируется с чем-то катастрофическим. Всем известны четыре всадника Апокалипсиса. Завоеватель, война, голод, смерть и ад следуют за смертью. Это реальные личности с именами, которые несут хаос и разрушение в разлагающемся мире. Смерть и ад забирают неспасенные души, вечную погибель. Всадники на белом, вороном, рыжем и бледном конях, и за ними ад, появляются друг за другом. И все события, которые мы видим в выпусках новостей, являются последствиями работы четырех вестников Апокалипсиса. Далее книга «Откровение» или «Апокалипсис» открывает самую драматичную тайну, которая и станет одной из причин возвращения Христа на землю. Гонение на христиан – это отличительный признак последнего времени, предшествующий второму пришествию Иисуса Христа и Божьему возмездию. Примером тому является Помпеи, ныне город Некрополь. 27 августа 79 года от Рождества Христова город Помпеи исчез под слоем пепла. Но мало кто знает, что стало истинной причиной истребления города. Извержение Везувия началось всего через день после римского праздника в честь бога Вулкана. В здешних краях неизменно царил дух неги и наслаждений. Это был город несмолкающих увеселений, песен, застолья и оргий. Вся экономика города работала на обслуживание этого. Вопиющая безнравственность его жителей была известна во всей Римской империи. Здесь прилюдно попирались все нравственные ценности, не уступавших жителям древних Содома и Гоморры. Истории известно, как под пьяные выкрики обезумевших от вина и разврата римских воротил в театре травили дикими зверями и сжигали живьем христиан. Внезапно начавшееся извержение меньше чем за сутки превратило некогда развитый и оживленный город в мертвую пустыню. В Помпеях стало темно, как ночью. Поднялся огромный столб пепла и пыли. Образовалась туча, закрывшая солнце. Затем сверху посыпались камни, куски пемзы. Густо повалил пепел. В разных частях города начались пожары. В панике горожане метались по улицам и пытались спастись. Но сернистые испарения отравили тех, кто выжил. Тепловая энергия, выделенная Везувием во время извержения, была в 100 тысяч раз больше энергии от бомбы, сброшенной на Хиросиму. Но особенно интересным является тот факт, что во время извержения Везувия не погибло ни одного христианина, которым вместе с немногочисленными жителями удалось покинуть город на кораблях в период извержения. Уже тогда многие связали страшную гибель города с Божьими судами, постигшими людей, потерявших всякое человеческое достоинство, и одновременно многие увидели в случившемся Божью милость и заботу о тех, кто хранил заповеди и веру в том развращенном городе. Сегодня в мире каждые 5 минут за веру погибает христианин. Впервые эту страшную цифру обнародовал социолог, сотрудник ОБСЕ еще в 2011 году, подсчитавший, что каждый год в разных частях света убивают не менее 105 тысяч христиан только за то, что они исповедуют веру в Христа.
Эта цифра за последний год резко возросла в результате массовых расправ над христианами. Эти данные недавно были подтверждены благотворительной организацией, поддерживающей христиан по всему миру. Не менее 100 миллионов христиан на планете Земля подвергаются гонениям за веру. Кроме того, десятки тысяч христиан содержатся в лагерях, отмечает организация в своем отчете. Сегодня более чем в 60 странах мира христиане сталкиваются в той или иной мере с ограничениями, дискриминацией или открытыми преследованиями. Это примерно каждый десятый христианин. Христианство занимает первое место в мире по числу преследований. Что происходит на Земле? Ответ дан в книге «Апокалипсис». «И когда Христос снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число их». История человечества закончится судом. Бог отомстит за безжалостно убитых его детей. Безнравственная жизнь и попирание законов Создателя неминуемо ведет человечество к концу истории. Помпеи – это пример наказания безбожной жизни. Книга «Апокалипсис» повествует о финале. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Сегодня найдите церковь, где изучается Божье Слово. Здесь вы сможете подготовиться к этим событиям и не пропустить второго пришествия Господа Иисуса Христа на землю. Да благословит вас Господь! Наступает, готов вся земля. Придет наш Спаситель, уже не учитель, Он грозный судья. Мой друг, приготовься, сел масло светильник, чтоб встретить царя. Вот день угадает, и ночь настигает, как встретишь Христа. Последнее время уже наступает, но спит вся земля, беспечи она. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Последнее время летит незаметно со скоростью сна. В житейских заботах почти не заметив, как осень пришла. Все так же, как прежде, мы верим с надеждой в Иисуса слова, что скоро грядет Он и нас от земли соберет навсегда. Последнее время уже наступает, но спит вся земля, убеспечит она. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Последнее
не время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Последнее время, как много работы для Божьих детей. Ведь в мире коварном гибнет навеки так много людей. Мой друг, собери же все свои силы, отдай для Христа. Ведь жатвы так много, скорее спеши, пока ночь не пришла. Последнее время, а ты все мечтаешь, и спит вся земля в беспечии одна. Последнее время, а ты не решаешь, как встретишь Христа, с чем встретишь Христа. Последнее время, а ты все мечтаешь, и спит вся земля, беспечий она. Последнее время, а ты не решаешь, как встретишь Христа, с чем встретишь Христа. Как встретишь Христа, как встретишь Христа. В ефірі радіостудія «Сіяч». Ви слухаєте серію радіопередач «Людина останнього часу». Друге післання апостола Павла до Тимофія, розділ 3. «Знай же, що в останні дні настануть тяжкі часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечестиві, недружелюбні, непримирені, обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючі, котрі більше люблять розкоші, ніж Бога, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Таких уникай». Гість студії – пастор Павло Коровник. Интересно, вот сколько мы характеристик негативных прошли в этом списке о людях последнего времени. Просматриваются таких вот две линии. Мы говорим всегда с вами очень близко, что присуще к нам. То есть в основном все говорим о семье. Ну да. И основная причина, недостаток – это любовь. Это любовь, да. И вот каждый из этих пунктов, проходя, мы смотрим, недостаток любви – причиняют вот эти пороки. Ну, а следующий интересный момент. Человеку присуще делать добро. Вот даже мы остановились, открыли окно, дали кому-то там купюру денежную, и уже нам как-то приятно, хотя иногда думаем, не туда все равно пойдет, куда мы давали. А здесь говорит, что будут люди, и тем более в церкви, среди верующих, не любящие добра. Нелюбящие. То есть здесь как бы глубже, чем просто не делать добро, просто избегать этого, а просто не любить делать добро. Ну да, это правильно ты подметил. Это действительно серьезный порок. Не любить добро или не воспитывать в себе такую линию или черту добродетеля. И в это последнее время, или далеко не будем заходить, вот среди молодых, или, скажем, вот это современников, молодежи, это сильно, сильно прогрессирует. Не любят добра. А зачем? А что? Или по-другому. У них здесь все такое, все ссылается как бы на выгодных позициях. Я сделаю тебе добро, только ты мне заплати за это. Вот если заплатят, я готов сделать. А за бесплатно? Да не, за бесплатно-то. Это как-то вот не вкладывается. В наши времена, сколько я помню, да, даже
как говорится, и семьям помогали, вот как мы молодежи, даже если огороды там готовы дром поехать нарубить, да. И картошку и посадить, и потом и выкопать, и так дальше, а потом еще, как говорится, вечером, ну, тоже соседи же замечали, угу. когда вот так вот столько молодежи, что такое там к бабушке какой-то приехали, а потом вечером гитара, псалмы, христианский, диалог, беседа, прямо на той улице, вот в простом таком, так громко мы не называли евангелизация, а просто вот такое общение было. И не для нас громко. Внутреннее было, ну, такой, какой-то, ну, великий подвиг, что ли, сделали, но внутри оказали, да, мы потрудились, попотели и так дальше, но нам было приятно это сделать. И не с тем, что вот мы сделали все, больше я никогда, еще больше нас тянуло. Чем больше мы делали, тем больше тянуло, то есть сами себе воспитывали, практиковали, получалось, хотели, это вдохновляло, это как-то становление нашей личности давало. Мы любили добро, мы его делали, мы его просто, ну, как говорится, даже там, не потому что, а он не заслуживает. Когда ты делаешь добро не там, где заслужили, тогда и сделаю. Извините, по заслугам это уже не добро назовешь. Или еще один такой момент. У них есть свои родственники, там, дети и так дальше. А почему они не помогают, да? Из-за евангелизации. Это, наверное, не громкая, но самая громкая евангелизация была. Потому что она была... Это точно, да, плодотворная. Словом и делом. А, да, да. А видели, видели на деле, как что. А, мы живем в свободной стране. Ну и даже и страна, в которой мы жили, еще, наверное, свободнее, чем страна, в которой мы сейчас живем. А вот там у нас была такая характеристика, ее можно было отнести к церкви, были люди в церкви, мы знали, что есть такие, потому что были последствия всего этого. Тимофею Павел говорит о предателях, которые будут в церкви. Ну, время прошло, и предатели исчезли, да? То есть все, мы уже... Хотелось бы с этим согласиться, или хотелось, чтобы так оно было. Допустим, ну, давайте мы так поставим на вид. Да, было время, когда время церковь переживала гонения, преследования. Ее предавали, где собирались... Хотели знать, где собираются, где проводятся собрания. Угу. И были такие, находились такие, которых вызывали, которые, скажем так, раскалывались на это. Или из страха, или еще. Это угрожало им, с работы могут уволить, или еще, может, даже посадить. И боясь, чтобы ни то, ни другое не случилось, готовы, как говорится, предать и рассказать, где что происходит. То есть это ярко. Как оно выглядит, само предательство. Ну и далеко не будем заходить. Иуда, который предал Христа, вот как оно еще выглядит. Угу. Взял, предал. Да? Теперь, что касается в настоящее время, это тоже начинает, как говорится, находить свое место в семьях или в христианах то же самое. Предательство. Кто-то что-то как-то сделал. Будем так говорить. И человек предает, просто своего друга предает, меняет друга на другого друга. Что за причина? Он тебе невыгодным стал? Похоже на это. И сейчас сильно характерно это, ну, скажем, в церквях. Я думаю, это, наверное, в всех церквях, особенно так, ну, скажем, среди молодых семей. Значит, у них так, вот контингент контактов и общений, да, маленький ребенок в коляске. Но какая коляска? Одной тысячи не вложишься, она серьезной суммы стоит. И получается уже контингент общения, вот я с дорогой коляской или с дорогой сумочкой дамской там пришел, или там та же обувь, или, скажем, одежда, или так дальше, приходит. И получается, у тебя же были другие друзья. Ты стал по-другому говорить с этими. Да почему? Ну, они, может быть, не так материально состоятельны, как тебе это позволяет, допустим, да? И уже все, ты примыкаешь к другому, как говорится, обществу, другим семьям или, ну, скажем,
у которых, ну, скажем, на равных, как с тобой. Социальное получается, положение почему выше. Почему ты изменяешь или ты предал своих друзей, ты отвернулся от них? Это мы можем не замечать, но это в прямом смысле, это тоже имеет такое же значение. Допустим, апостол Павел тоже дает Тимофею. Вот что характерно, там есть такая сильная мысль. Жены, которые посвящают себя благочестию. А перед этим он говорит, чтобы украшением было, Петр тоже об этом говорит, там не внешнее плетение, он тоже ставит на вид тоже немногоценную одеждою, чтобы вы украшали себя. Не золотом, не жемчугами. Это Павел Тимофея говорит. Но кроткого, молчаливого духа, как жены, посвящающие себя благочестию. Не в этом выделять себя, не в этом показывать. Или я стал такой, так, с этого мне просто стыдно будет продолжать общаться с тобою, потому что мой левел или мой уровень, скажем, зажиточный, и с тобой мне просто стыдно рядом находиться. Хотя раньше общались, все нормально были, как душа в душу, а теперь все. А теперь все поменялось. Это и есть предательство. Предают один другого. Развернулись, отвернулись здесь. Ну и в конечном итоге получается, если так человек себя ведет, и получается, церковь превращается уже как в дом мод. Один с такой коляской, а другой еще, как говорится, еще ну, похлеще там и так дальше, ну, в большей сумме. То тысяч, тот может и 5000 вложить на ту же коляску, которая там ну, понадобится, ну, полгода от силы, и все. Ребенок вырос, уже коляска не нужна. Ну, и так дальше, обувь и другая одежда. И получается, мы, как христиане, не эта ценность наша. Если это стало нашей ценностью или нашим, ну, как говорится, достоянием, которым мы можем блесни, что в сердце твоем любовь есть. К сожалению этого что-то, как говорится, многого нету. И особенно, скажем, вот в категории таких людей. Если была любовь, далеко не будем заходить. Возьмем, давайте, в основу нашего Господа Иисуса Христа. Какое окружение людей вокруг Него было? Почему? У Него исходила любовь. Он мог принять того же мытаря, того же грешника и так дальше, повлиять на них, поменять их, приобрести их и так дальше. Это делает любовь. Но если такой, как, скажем, тот же самый фарисей или те же самые книжники, они даже на Христа смотрели, как он мог допустить, чтобы такая женщина прикасалась к нему и так дальше. Стоит такой простой вопрос, а сегодня что, по-другому что ли? То же самое. То есть это роль книжников-фарисеев, мнящих о себе, что-то они особые там, как говорится, на каком-то счету. А когда наше отношение, оно на своих местах, чтобы мы не предательски не отворачивались от друзей, а наоборот, даже если надо, не постесняться, скажем, того окружения, среди которых мы находим зажиточных, оказать такому, который меньше, говорит, да я тебе помогу. И другие пусть скажут, подобно как те книжники и фарисеи сказали в адрес Христа, если бы он знал, какая женщина прикасается, пусть им будет стыдно сказать, а почему нам не оказать, а почему не это, не повлиять? Начни. Если ты имеешь, послужи для тех, кто этого не имеет. А если только мы в кругу таких, которые ну, подобны мне и друг другу, ну, Христос прямо сказал в Нагорной проповеди, а что удивительно делаете? Это делают и на улице, там, скажем, мирские люди то же самое делают. Оказывают тем, потому что они ожидают от таких же тоже получить, как говорится, добрые дела. А ты окажи тому, от которого такого ты не получишь. И он тебе не сможет, у него ну, состояние не позволяет тебе такой ответ дать. Вот такому послужи, и вот Христос призывает, чтобы вот в этом мы были, как говорится, богаты в таком. Да, интересный поворот мысли, что даже вот предательство может проявляться в том, в наших отношениях, пренебрегая друг другом и остальное все. Да. Наглый. Есть наглые люди. Кто они? Алло. Это... В мире хватает этих тоже людей, такой категории. Но еще их называют наглецы, да? Наглецы, да. Но и в церковь, к сожалению, тоже. Просачивается. Тоже, да. И проявление наглости, знаешь как, оно выражается в том, ну, скажем, как захватил, что ли, место, вот сел и все. К примеру, далеко не будем, да? Есть, ну, скажем, на пир тебя пригласили. Вот за столами там, ну, любой стол свободный, ты можешь занять.
Но есть некоторые, нет, мы здесь, все. То есть они наглеют, оккупируют места и просто, и сам себе думаешь, ну, если в простоте, если ты пришел там или опоздал, или еще, нужно, ну, на свободный садись. А то нет, нет, вот здесь, ну, или еще будешь выставлять себя каким-то ближайшим родственником, поэтому извините, здесь вам надо будет пересесть и так дальше. Еще, наверное, хуже, когда это проявляется в церкви. Мы иногда видим это, когда занимаются места, и ты приходишь, садишься, а потом тебе говорят, вставай. На это что-то я даже так скажу. В общем, я сам был в гостях в одной церкви со своим сыном, ну, а сын своего друга пригласил. Я вообще с молоду всегда в первых рядах садился. И этому учил своих детей. Не сзади там, а впереди. Ну, понятно, если папа сел впереди, а куда детям деваться? Тоже впереди. Ну, не совсем впереди, но сзади меня. И такой разговор за спиной. Это наши места. Мне первым из них, хотя бы это только не моих детей касалось. Поворачиваю точно их. Они встают, пересаживаются. Немного времени проходит, опять такой же самый разговор. Это наши места. Поворачиваю точно их. Но когда они уже второй раз встали, ну то я, для меня это все равно. Да. Я бы 10 раз пересаживался. А для молодых уже, это ж стыдно, поднимается, уже ж люди в собрании собираются, уже их какое-то внимание обращает. И уже, чтобы третий раз им не пролететь, встали и пошли в конец зала, и возле стенки встали. А я сам себе думаю, да, как же быть? Вместо того, допустим, пришел гость, и даже на твое место сел. Да благослови его, что он на твоем месте. Это Бог дает встречу с этим человеком. Поговори, познакомься и так дальше. Ну вот прояви, сделай. Сделай что-то вот такое вот. А то нет, это наши места. Ты же знаешь, это даже не с этой церкви. Это вообще гость приехал. Ну, в таком плане. Ну, ладно, это ж переходит оно в таком. И вот, получается, не стесняются, но так скажут. Так скажут. И по-другому скажем, ну, это мы, ну, скажем, мягче говорим, не стесняются. А если правильно или своими именами называть, это наглость называется. Но человек сел. Да. А тут так получается, мы выкупили свои места или... со своим стульчиком пришли, что ли, в собрание, то даже важно вот... обратить внимание на это, да. Да. А напыщенные? Напыщенные – это вот как раз той категории, мы немножко так уже затронули, когда уже выставляет себя настолько, что ты. Это такое, как говорится, они идут, оплывут уже в таком состоятельности в своей. Ну, далеко не будем заходить, допустим, как в нашем вот... здесь в регионе, да, у тракистов хорошо получается, у них хорошие заработки, дома, поэтому и жены их неплохо одеты и в таком плане, и даже походка от этого уже поменялась, уже знаешь как, что-то вот такой сверхсуперважный человек, и вот эта вот напыщенность, простота, Писание призывает нас, простота Христова, а простота Христова, почему она Христова? В основе, в образце сам Христос. Вот он общался с любой категорией. Он мог зайти и до того мытаря, ну, скажем, левия, да, который сбор там, как говорится, этими таксами занимался. Или, зашел к нему в дом, мнение было, он к грешному человеку зашел. Или та женщина, которая прикасалась к нему. То есть вот Христова простота. Вот в другой раз мы порой говорим, а сами даже не понимаем, что мы говорим. Христова – это то, что делал Христос. Вот его, в чем ее он проявил свою простоту, вот так, так само я должен проявить, как Христос проявил простоту. Не просто это простота, но имеется в виду в христианстве. Нет, именно Христова простота. Он мог общаться с любым, мог заговорить. У колодца та женщина пришла. Можно себе представить, да, это 4 глава Иоанна. Ну, разговор произошел, Христос ей без всякого говорит, дай мне воды почерпнуть. Она тут сразу ставит на вид. Ты, иудеи, у меня самарянки просишь? Так и иудеи с самарянами не сообщаются. Большая, скажем, стена стоит между теми и другими. А Христос ей говорит, если бы ты знала дар Божий, и вообще, кто с тобой говорит, сама бы просила у него воды. И я бы дал бы тебе живой воды. Она не растерялась. И говорит, дай мне этой воды. Христос продолжает. В самое больное
И ей на вид ставит. Говорит, позови мужа. Говорит, а у меня нет. И он говорит, ты правду сказала. У тебя было 5, и тот, который сейчас, то есть это 6, он тебе не муж. И когда Христос так ей сказал, он говорит, вижу, что ты пророк. Так вот, такая женщина, он ведет с ней разговор без всякого. Кто-то отмежевался от таких людей. Он ведет для чего? Спасение принести. Дать живой воды. Эта женщина, она уже в обществе не считается ни во что. Я могу себе представить, когда эта женщина бросила свои ведра, или там в Библии написано, да, водоносы. Ну, ведра, скажем, по-нашему, по-современному, да, и побежала в селение. И представьте себе, как село на нее реагировало. Тебя? Да мы знаем, да, у тебя ненормальная семья, или ты там, как говорится, мужей меняешь и тому подобное. Кто с тобой будет разговаривать, или кто будет, ну, скажем, прислушиваться к твоим там... Она настолько заговорила к людям, к своим соседям, убедительно это было, что поверили этой женщине. Поверили и пошли на ту встречу. Говорит, идите, посмотрите, не Христос ли он? Он мне всю правду сказал. То есть уже та живая вода через нее потекла, а другим сказали, слушай, да такую женщину... по-моему, на километры близко нельзя подходить. А она засвидетельствовала, а потом ей уже свидетель. Говорит, не только по твоим словам. Мы сами убедились, сами уже веруем. Вот какая произошла реакция. Вот простота Христова должна быть у нас. Не надменность, там, где надменность, простоты не будет Христовой. И надмены, нужно прямо сказать, надменным в Царстве Небесном там места нет. Поэтому выбор сделайте прямо сейчас. Или я продолжаю таким быть, но тогда в другом месте вечности придется провести мне время. Если я хочу со Христом, значит, простоту Христову. Посмотрите, как делал Христос, его личная простота, его личное отношение с любыми. Он мог и с богатыми, он мог и, скажем, и с военными людьми разговаривать или так дальше. Любые, какие бы ни были люди, запросто, даже на кресте распятый Иисус запросто ведет диалог с разбойником, и разбойник с ним разговаривает. Казалось, ну куда уже еще худшего, казалось. Нет, вот она простота. Он везде спешил принести свет, спасение и жизнь. Вот это простота делает. А если надменность или себя высокомерно повести, это уже все, это провал, это уже за пределами церкви. В ефірі радіостудія «Сіяч». Ви слухаєте серію радіопередач «Людина останнього часу». Друге післання апостола Павла до Тимофія 3:1. «Знай же, що в останні дні настануть тяжкі часи». Гість радіостудії – пастор Павло Коровник. Ми приближаємося к концу списка наших негативных характеристик в христианах последнего времени, но еще несколько и не очень даже легких. Мы слышим об этом, но не всегда до конца понимаем, о ком речь. В Церкви Христовой есть люди, которые более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Ну, сластолюбивы – это, конечно же, не о десерте говорится. Ну, понятно. А здесь, давай мы так, хотя... как для примера или для восприятия, это тоже подойдет, неплохо подойдет эта иллюстрация, допустим, когда человек к сладостям, далеко не будем заходить, давайте возьмем во внимание или себя, свою прошлую жизнь, когда мы были дети, конфетку. Мы за конфетку готовы послушание проявлять, что называется. Да. Значит, послушание не потому, что мы послушны, а ради конфетки, ради сладости этой мы готовы поменять свое, ну, как говорится, поведение даже. Так самое происходит и здесь. Ради того, к чему я больше привязан, и поэтому Бога любить – это неплохо, но там слишком, как говорится, много таких ограничений, а мне они нравятся, а я хочу. И получается, я стою перед выбором. Так что я выбираю? И получается, я вместо того, чтобы полюбить Бога, я выбираю то, что мне больше нравится как-то. Ну и вот, что оно и происходит. Значит, когда человек
из-за того, что ему это выгодно или это ему нравится, сластолюбие, сюда еще относится вот его, скажем, личное отношение, потому что здесь сравнение ведется, или Бога любит, или что-то к чему-то другому привязано, что-то другое полюбилось. Давай вспомним такую историю еще при жизни Иисуса Навина, да, был Ахан такой, да, он взял из заклятого, все должно истреблению сжечь, и когда Бог поставил на вид Израилю, что Израиль согрешил, начали выяснять, что за причина была, и вот в конечном итоге вышли на конкретного человека, и Иисус Навин ему говорит: прославь Бога. Ну, понятно, когда у тебя в душе не то, что какое у тебя словословие будет или какое прославление для Бога, какие слова у тебя будут, совершенно там другое что-то происходит. И потом он говорит: что ты сделал? Он говорит: точно я согрешил. Я, говорит, взял одежды синахиринские, ну и серебро там у себя спрятал. А зачем ты это сделал? И он говорит: это мне полюбилось. Вот подобная, ну, скажем, это иллюстрация древности, но она нам поможет, ну, как бы так ярче, что ли, видеть, что это может и в наши дни происходить. Вот мне полюбилось, а как же Писание говорит? Я закрываю глаза, переступаю через это повеление или, скажем, те же самые заповеди и делаю, потому что это мне нравится. Более сластолюбивый, потому что это, ну, как бы для себя я вот преследую это. Ну, можно, скажем так, как, то, скажем, когда Ахан там взял, ну, и в современное время то же самое люди, что могут делать. Далеко не будем заходить, может, сильно я зацеплю, ну, скажем, женский пол, ну, ничто, есть как есть. Допустим, те же самые применяются краски, парфюмерия, да, допустим, так скажем. Ну и, скажем, а это что, тебе так надо, так важно, да, или еще? Или ты думаешь, тебя по-другому будет воспринимать, или от тебя отворачиваться будут, ты должна быть привлекательной, поэтому усилить привлекательность с помощью красок или так дальше. Ну, любит же человек это, поэтому делает. То вот сюда вот я отношу, или я просто себе задаю вопрос, или задаю вопрос так, и я говорю: ну, расскажите причину, ну, почему так? Ну, так же лучше, так или еще что-то. Это просто отговорка. Это просто мы больше любим. А когда мы видим Писание, и Писание прямо говорит, чем мы должны себя украшать. Когда я люблю Бога, я соглашусь с Его Словом. Когда же Бог и хочется быть человеком Божьим, а с другой стороны, ну, что-то другое все-таки для себя взять. И когда я на весах выбора, и получается, я более сластолюбив к тому, нежели Бога любив. Если Бога любив, мне вынуждено от этого надо отказываться. Может, здесь как раз и применим такое место из Писания, 11 глава от Матфея, да, там с 28 стиха, где Христос сказал, я просто концовку скажу, он там сказал: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, но он говорит так: ибо иго мое благо и бремя мое легкое. Так вот это вот иго, не все то, что, как говорится, в мире есть, и он об этом сильно тоже сказал, что в этом мире, да, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И потом дальше он говорит: когда я это люблю, я становлюсь богопротивником, или я отворачиваюсь от Бога. А если я отвернулся от Бога, почему? Потому что полюбил то, что в мире, то, что в мире. И вот это ценности мы должны для себя отметить, какие ценности меня украшают. И получается, вот это тот перечень, который мы сейчас прошли, да, характеризующий людей последнего времени, и это время тяжкое, вот этим, скажем, люди, ну, хвалятся. Они не хвалятся, но это есть. А почему бы не похвалиться, не дать место любви, добродетели, вот, вот таким качеством или вот таким проявлением, вот таким свойством личного характера, который не заставляет
Если выгодно, я буду делать, невыгодно, не делаю. Мне не надо, даже в убытке своем, но я это буду делать. Даже пожертвую своим временем. Даже, может, у меня скеджул или, скажем, какой-то уже был план. Я оставил свой план, поменял, потому что тут надо вот оказать какую-то помощь или еще что-то. Ну, в таком плане. И когда я для себя делаю, думаю, да, Господь, ты правильно сказал, вот это бремя, которое не всегда оно удобно для меня, не всегда оно подходит для меня, но я иду в согласии с Писанием, ну и Писание прямо говорит, а это бремя, оно не тяжелое, оно легкое. И когда я уже приручил себя, или, скажем, вот так я, оно естественным стало, как реакция моей на это доброе, не надо мне заставлять, не надо мне как бы похватился, а я не заметил, а я как-то не додумался или еще что-то вот в таком плане. Нет, тут сразу срабатывает и все. И, как говорится, аж подскакиваешь, видя, что там нужно то или другое. Ну, это одна сторона. И теперь другая сторона. Вот то, что, ну, мне хочется, вот когда я на весах, любить Бога, просто давайте мы и так отметим, то, что я делаю, то, к чему привязалось мое сердце, то, чем увлечено мое сердце, Бог с этим согласен или нет? Просто ответь самому себе. Очень просто. Или по-другому скажем, к примеру, в наших домах или так среди наших, ну, скажем, вещей и тому подобное, я для себя говорю, к примеру, эту вещь я бы мог поставить, ну, скажем, в церкви, в собрании, или номер один у меня такой ответ, да ты что, в своем уме? Ты это позорище будешь. Ну да, если в церкви нельзя, почему в доме тогда можно? А дом это тоже домашняя церковь. Или получается вот как-то у нас все это в таком плане. И для себя очень просто можно такую вот сделать, как говорится, проверку. Насколько я люблю Бога. А что Бог говорит по этому поводу? Или по-другому скажет, если человек так делает, ну, расскажи, объясни, а что Писание вот как бы в подтверждение или в оправдание твое скажет? Какие ты места Писания приведешь? И вот тут как раз человек все растерялся, ничего не может, ну, скажем, сказать или поделать и так далее. Вот это и есть проверка вот. Сластолюбие где-то привязаны, что-то это, как Ахана, этими словами скажу, как он сказал, это мне полюбилось. И все, полюбилось, ну, навред самому себе. Просто повредил себе и большому своему родству. Заключение этого списка говорится о том, что они имеют вид благочестия, силы же его отрекшихся. Номинальное христианство последнего времени мы наблюдаем во многом. Можете к этому что-то добавить? Я когда-то тоже задался таким вопросом. Ну да, я задался таким вопросом. Тоже даже вот в нашей церкви разбор эту тему даже поднял. Благочестие. И задался таким вопросом. Думаю, Боже, все-таки умудри. В чем сила благочестия? Потому что показатель в последнее время просто отрекаются от него. Отворачиваются от силы самой благочестия. Ну и для того, чтобы... Ну, скажем, хотя бы немножко картина этого благочестия выглядела. Во-первых, что касается, скажем, как русского слова «благо» и «честь». Оно из двух слов состоит. Знаете, да, что такое? Оказываешь благо для другого, и честь тоже для другого оказывается. Это не связано лично ко мне. Далеко не будем такой библейский исторический пример. Это Корнилий, 10 глава Деяния апостолов. Писание о нем говорит, этот муж был благочестивый, молящийся со всем домом своим, творящий много-много милостыни, боящийся Бога. Вот немножко, ну, скажем, как бы приоткрывает биография или характеристика, что значит благочестивый или его отношение к Богу. И в его семье. Можно себе представить этого человека благочестивого, да, вот он офицер, скажем, если евреи на то время пытались из среды языческой что-то в свои дома принести, что-то в свое общество, как говорится, оттуда взять, а этот, наоборот, из язычников, самый римлянин, он у евреев, скажем, повзаимствовал, и такое взаимствование – это лучший вариант. Быть благочестивым и даже оказывал и отзыв о нем. Отзыв
о нем было, что он много, много он творил, даже вот среди, казалось, ну это же евреи, несмотря на это, он оказывал, содействовал, он, скажем, ну, почитал или считал, вот ихняя набожность, это самое правильное, это ну, в правильном направлении или в правильном русле, это, ну, скажем, нация находится, это как бы поощрял своим отношением в этом плане, да. Но это немного мы так только затрагиваем, да, само Корнилия, его благочестие. Был такой конкретный случай, это уже деяние тоже апостолов, это я за 10 главы за Корнилия привел, а это с 3 главы. Петр и Иоанн шли на молитву. И так случилось, человек при входе в храм находился, не владел своими ногами, но он от рождения такой был. Его, видно, скажем, родные приносили для того, чтобы кто-то жалился, там, может, продуктами, может, деньгами и так дальше. Какую-то милость оказал. Но когда Петр с Иоанном подошли, смотревшись с него, ну и разочаровали своим ответом. Говорит, серебра и золота у нас нет. А что имеем, то даем. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. И протянул на руку, поднял этого, и человек стал ходить. Это величайшее чудо. И вот что дальше характеризуется, да? Когда он не отходил от Петра и Иоанна этот, то все внимание было всех присутствующих в том храме, что произошло. Они ну, видели, там, сколько лет подряд приходили, и такое, и вдруг это. Петр останавливает реакцию этих людей, говорит, не подумайте, что мы своим это благочестием сделали. Вот на что я хочу ударение поставить, что вот человек благочестивый, он не будет выпячивать себя, он не будет выставлять эту часть своего нрава, своего характера, он будет это скромно себя показывать, даже будет останавливать, не подумать. И вот в данной ситуации вот, был бы кто-то другой бы вместо Петра, да, он, наверное, бы немножко себя так как бы превознося. Или вот есть современные тоже пастыря, если чуть что-то там, какое-то событие произошло, уже все. Меня удивляет вот такая интересная... Интересное сравнение. Вот когда молится там за больного, да, ну и так получается, не получил исцеления. И что говорят? У него не было веры. А когда получил исцеление, что говорят? Я помолился. Я говорю, а почему ты не говоришь, у него вера была, это по его вере, я тут ни при чем. Оно должно быть одинаково быть. Значит, получается, не получилось, надо минус себе поставить. Боже, что-то я не в порядке. Со мной что-то нету контакта, потому что исцеление не произошло. Я ж так не думаю. Или так не говорят. А веры не было у этого. Или обратно. Но когда благочестивый, он никогда не будет выставлять себя. Он всегда вот будет ставить, что-то не этим мы сделали, не этим, а имя. В основе было имя. Ну и теперь, что касается благочестия. Апостол... Павел много уделил он этому. Я даже вот открою Библию, даже это место, вот послание к Тимофею, это сильное, сильное. Здесь он в первом послании просто много посвящает этой теме о благочестии. И давайте вот так мы вот здесь, я уже как-то говорил, 9 стих 2 главы 1 послания Тимофея, здесь так сказано. Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждой, что там большую цену имеет. И дальше он говорит, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Это сильная мысль. А теперь представьте себе следующую картину. Я очень просто говорю. Ты можешь одеваться как хочешь, что тебе считаешь ты нужным. Так одевайся, любую одежду, что хочешь. Но запомни только одно. Запомни только одно. Благочестивые, у них другая одежда. У благочестивых у них другой путь. Посвящающие жены благочестию, у них другая красота. И теперь делай простой вывод. Ты посвятила себя, как женщина, благочестию, если так, у тебя соответствовать будет это место Писания. Если нет, у тебя другая сторона будет.
Это не только женщины, это и нас, мужчин, братьев то же самое касается. Mm-hmm. Если я посвящаю себя благочестию, моя внешность с этим будет тоже связывать. Она будет подчеркивать благочестивого человека. Внешность, хотя некоторые так говорят, Бог смотрит на сердце, но не на внешность. Mm-hmm. В таком случае я такой встречный вопрос задаю. Да? Откуда вы знаете? Сошлются на то место, когда Самуил пришел в дом, скажем, в семью, скажем, родства Давида и Иессея, и увидел там старшего брата Давида. Говорит, точно это не. А Бог говорит, нет. Другое. И Бог говорит, нет. И потом Бог ему говорит, я не так смотрю, как человек. Человек смотрит на лицо, а я смотрю на сердце. Вот взяли они это место, и этим местом прикрываются или пытаются оправдываться. Так вот, я задаю такой же простой вопрос. Ну хорошо, если Бог смотрит на сердце, а не на внешность, когда ты подходишь к зеркалу на марафете свое лицо, ответь, сердце принимает в этом участие или нет? Если сердце не будет принимать, ты намажешь себя страшнее будешь, чем бывает страшно выглядеть, потому что сердце не принимало. Или по-другому скажем, когда человек был одержимым демонами, он даже не одевался, его сковывали цепями. Но когда Иисус пришел и освободил его от демонического влияния и зависимости, Писание говорит, он был одетый и в здравом уме. И если люди обнажают себя, короткие платья, юбочки там и так дальше, стоит такой простой вопрос. Когда демон попутал человека, он вообще голиком был. Поэтому, когда раздеваются люди, или обнажаются, или, скажем, одежда вроде называется, числится, то нужно прямо признать, враг попутал серьезно этого человека. Это одна сторона. Другая сторона. Так вот, когда человек стоит у зеркала, его сердце 100% принимает участие намарафетить, накрасить самого себя. Сердце принимает участие. А это значит, внешность свидетельствует о состоянии сердца. Внешность, скажем, само по себе, а сердце само по себе, такое не бывает. Моя внешность, ту же самую я одеваю рубашку, брюки, одеваюсь, мое сердце принимает 100% участие. Поэтому не надо себя, как говорится, пытаться оправдать или поставить, что такой умник, такое даже писание в пользу твою говорит. Как говорится, слышали звон, да не знали, откуда он. Так вот, благочестивые люди, и только благочестивые, которые посвящают себя благочестию, у них внешность будет. Наряд у них совершенно другой. Поэтому я очень просто стал так говорить. Вы как хотите можете одеваться. Что угодно, что вам нравится, так и... Но запомните одно. Тот, кто посвящает себя благочестию, у него будет совершенно по-другому. Внешность по-другому совсем будет выглядеть. Посвящаешь себя благочестию. Но Писание говорит, для меня, жены посвящающие, я задаю такой вопрос. И сегодня радиослушателям. Ты из числа тех, которые посвятил себя благочестию? Или это новость? А если ты посвятил, пересмотри, насколько оно достоверно, насколько оно соответствует Писанию. Вот что дальше интересно касается этого же благочестия. Это уже будет в 4 главе того же первого послания Тимофею. Павел дальше говорит... И очень сильно удивительно. 7 стих 4 главы 1 послания Тимофею. «Негодных же и бабьих басней отвращайся». Сильное заявление. Мы как-то читаем и бываем так, проскользнем, как бы нас этого не касается. Еще раз я сильно это повторю, да? «Негодных же» – это негодные вещи, которые существуют, к сожалению, именуются, да? «Негодных же и бабьих басней отвращайся». Ну, допустим, если так, а что дальше? А дальше вот, противовес этому. «А упражняй себя в благочестии». Так что или ты занимаешься баснями, или негодным чем-то там, бабьим занимаешься, то нужно прямо признать, благочестие ты далек. Когда у тебя будет благочестие, ты будешь отвращаться от всего негодного. Это те же самые сплетни, это те же самые клеветы, которые бывают и так дальше. Ты будешь отвращаться. То есть человек, посвятивший себя благочестию и упражняющий себя в этом же благочестии, у него совершенно другой опыт
разговоров, другие ценности у него. У него вот эта грязь на его устах, в его идеях никогда не будет. Он далек, он чужой для этого. И это не его природа, это он совершенно в стороне от этого находится. И дальше, 8 стих говорит следующее. «Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Вот тебе, пожалуйста, когда я слышу повествование евангельское для себя, что за благочестием стоят обетования, как вознаграждение уже в этой жизни тебя будет обеспечивать что-то особое. А что касается вечности, это тоже гарантия только благочестивого. Только благочестиво или на благочестиво распространяется обетование жизни этой и будущей жизни. Ну и Писание прямо говорит, да? Значит так, посвящать себя благочестию должен, упражнять себя в благочестии, упражнять, как спортсмены, упражнять себя, сколько они занимаются, сколько на день. 5 минут, да не думай, 5, они часами упражняют, чтобы, ну, если атлет, чтобы эта фигура была или еще как-то, ну, в зависимости от его вида спорта или разновидности, да, занятия, он занимается. Вот Писание сильно сравнивает, сколько спортсменов, скажем, молодые люди, сколько вы хотите так, чтобы ваше тело выглядело привлекательным, это больше мальчиков касается, сколько вы себя посвящаете, а сколько благочестию? Пусто, ноль, скорее всего. Поэтому Писание говорит, упражнение физическое, оно мало на что полезно, мало. Ну, имеет какую-то пользу, но мало, мало. И вот простое сравнение. Я работаю, у меня тоже на работе есть один человек, молодой человек, такой накачанный, хороший, фигура у него, он это преследует. Но он сильно невоздержанный. Он тоже верующий человек, но он сильно невоздержанный. Такой, как вскипит, как это, аж в ярость приходит. И пришлось ему так сказать, послушай, спортсмен, у тебя форма твоего тела на высоте, а внутренности хуже не бывает. Я говорю, ну и что? Какая польза от твоего упражнения, которое ты вот приобрел, бицепсы у тебя и так дальше? Вот ты неплохо выглядишь. Или привлекать там, может быть, скажем, молодых девушек и так дальше. Я говорю, а твоим разговором ты всех поразгоняешь. У тебя грубая речь. Ты должен посвятить себя благочестию и упражнять благочестие. И упражнять благочестие. С таким человеком приятно разговаривать. С таким человеком приятно встречаться. Хочется с ним общаться. С благочестивым. Слушаю, друг, слышишь, как мир вопиет? Где же любовь? Где же спасенный народ? Ищем мы свет, гибнем во мраке ночном. Где ж вы, придите скорей? Где же ответ? Спят христиане во сне, гаснет и свет. Где же друзья во Христе? Стынет любовь, и дела веры мертвы. О, христиане, где вы? Христиан не отличишь от мирских, сколько обид и разговоров плотских. Боды людей каждой владеют душой, в сердцах блаженный покой. Ближним помог, кто бескорыстно спешит, и кто в беде брата поймет, подкрепит.
раны и боль сердце наносят вокруг. Где же любовь, о мой друг? Божий народ вниз по течению плывет, дружбу с грехом, с миром за руку идет. Нам о Христе вести почти не слыхать, некому, братья, спасать. Братья, страдальцы, след Иисуса Христа, веют любовью суровой Сибири места, а на свободе много людей еще спит, редко на труд кто спешит. Мало молитв и о молитвах бесед, спит весь народ, и покаяния нет. Встань, пробудись, слышишь, как мир вопиет, скоро во славе придет. Встань, пробудись, слышишь, как мир вопиет,